И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, давно у нас уже не было ничего эпичного и интересного, сегодня поиграем вот на такой карте в режиме демочки, надеюсь, что займем тут призовое место, получим 3 звезды и у нас в сумме будет 350 звезд, а именно половина от ивентов. Все, кто знают, у нас сейчас идет ивент «Звездная неделя», где надо набить 700 звезд. Хотел я, конечно, набить 700 звезд. Понятное дело, что я бил без бустера, понятное дело, что не все так просто, и намного больше времени надо было бы на это все уделить, чтобы набить именно 350 звезд. Сейчас я проверю, да, все четко. Именно 350 звезд, и по сути, если бы у меня был бы бустер, то эти бы 700 звезд вот бы сейчас у меня уже были бы. Но сами понимаете, что в игру я не доначу, и в принципе никому в этом не советую делать, в принципе. Добился все сам, и в принципе за 350 звезд я получил 15 контейнеров. Сегодня мы эти 15 штучек откроем и вообще в принципе поговорим о данном ивенте. Что он из себя представлял и насколько жесткий он вообще в принципе получился, так как записываю ролик я уже в последний день, а ролик выйдет у нас завтра, уже когда ивент у нас закончится. Да, были у меня мысли набивать именно такие 700 звезд без бустера, все, кто смотрит стримы, все, кто приходит, все видели, насколько я горел желанием, думал, вот выходные, последние дни, как раз таки там в день где-то по 200 звезд я понабиваю и в принципе на изи каточке эту 700-очку я набью. Но не получилось у меня тут со временем, дела туда-сюда, и в итоге я уже понял, что я все равно в принципе не успею набить эту 700-ку, ну и в конечном итоге я в принципе сам задался такой мыслью, что а зачем мне в принципе этим 700 звезд нужны были. Понятное дело, что это там анимированная краска, которая у нас называется руны, если я не ошибаюсь, но по большей части в принципе... Мне эта краска была бы ни к чему, но единственное, это можно было бы пофармить больше контейнеров. Сегодня до конца дня, я думаю, что мы еще, все-таки последний день, набьем еще 400 звезд. Вечером на стримасике понабиваем. Все, кто, ребят, не знают, стримы у нас проходят в 7 часов по московскому времени вечера. Поэтому, если вы еще не смотрите, не приходите, то обязательно приходите. Можно весело поиграть вместе с нами, повыигрывать контейнеры и много чего еще интересного провести. Поэтому как-то так. Что касаемо именно таки набора звезд, то понятное дело, что на данный набор звезд я потратил не так много времени, так как набивали мы в трио. Сами знаете, после той звездной нагибаторской охоты, которая у нас была, там где у нас там и Микс, и все, короче, нагибаторы участвовали, где у нас адвокат занял первое место, все знают, что скорость именно набора звезд в трио при нашей игре самое быстрое, наверное, в игре. Ну, может быть, у кого-то получалось быстрее, но, в принципе, скорость очень-таки хорошая. Если именно-таки сравнивать скорость набора звезд на данном ивенте и на предыдущем, то есть на охоте за звездами, то могу с уверенностью сказать, что на данном ивенте было намного тяжелее набивать уже эти звезды. Но все равно скорость была, все равно все получалось. Когда-то были моменты, что это было очень тяжело заканчивать битвы раньше времени, но в определенные именно периоды времени, то есть, если так сравнивать, в более поздний вечер, вот именно в этот промежуток времени очень-таки легко было набивать звезды, не знаю, что это и с чем связано, насколько жестко рандом работает или что, но получается так, что закидывает на очень-таки маленькие карты, что-то вроде сандала, песочка, еще что-то такого. Маленького интересного, ну тот же даже Кёльн, который сейчас вот у нас как раз таки вышел, тоже новая карта, тоже небольшая и тоже очень таки интересная. Поэтому если, ребят, например, вы заходите в матчмейкинг и выходите из Кёльна того же и думаете, что это нубская карта, то я вам могу с уверенностью сказать, что это довольно таки интересная карта и вам точно стоит на ней тоже погонять. Ну и... В общем и целом, как я уже сказал, в принципе, времени на все это дело я потратил не так много, но 350 звезд набил. Если был бы бустер, это были бы полноценные 700 звезд, полноценные еще плюс, сколько там, 15 или 20 контейнеров и плюс краска руны. Ну, а так в итоге не получилось именно таки все это жестко приобрести, но имеем то, что имеем. Каточку сейчас мы тут нагнем и откроем заветные 15 контейнеров, которые, в принципе... Честно, я заработал за данный ивент.
Что касаемо вообще, в принципе, ребят, роликов, если у вас есть какая-то идея, не знаю, какие вы бы ролики, какого плана вы хотели бы видеть именно на канале, то обязательно по этому поводу отписывайте в комментарии под этот ролик. Предлагайте свои идеи, если у вас будет получаться, не то что получаться, а вы будете предлагать прям вот годные идеи, не знаю, для записи роликов там, то, возможно, я даже это дело как-нибудь буду поощрять. Поэтому, если у вас есть мысли, есть идеи, если вы знаете, как можно и четко все это реализовать, то обязательно отпишите по этому поводу в комментарии, потому что у меня вот реально бывают такие моменты просто ступорные, что не знаю даже на какую тему можно было бы там записать какой-нибудь жесткий нагибаторский ролик, чтобы он вам зашел, чтобы он вам, главное, понравился. Потому что записать-то можно, но это будет неинтересно, это будет как-то не очень рейтинговое в плане именно просмотров и всего тому прочему относительно моего канала. Поэтому как-то так. До конца боя у нас остается 2 минуты. Ну и что касаемо именно данного ивента, я хотел бы сказать, что звезды, конечно же, набивать стало тяжелее. Уже игроки приноровились, уже игроки знают, в каких режимах в принципе надо играть. Знают, где быстрее набивать звезды. Знают, насколько круче это делать в захвате флага, чем играть, например, в том же режиме Джаггернаута. Потому что это все намного быстрее можно набить. Поэтому игра тоже не стоит на месте, тяжелее становится, но как-то так, все равно набили эти 350 звезд. Ребята мои набили по 700-очки, у них времени больше, они, в принципе, попотели, также без бустера набили 700. Поэтому как-то так жестко получилось. Я иду как раз-таки в катке еще на первом месте, неплохо, неплохо. Ну и, конечно, буду надеяться, что сегодня мне именно таки с этих 15 контейнеров что-то хорошее тоже выпадет. Возможно, таки какую-нибудь красочку новую мне даст. Может, ту же руну, которая сейчас у нас разыгрывается, тоже возьмут. Ну, вернее, не разыгрывается, а которую можно именно таки получить за счет 700 звезд. Может, мне именно ее тоже жестко аппетитно дадут. Поэтому посмотрим, насколько жестко это все, в принципе, получится. 1 минута у нас до конца боя. Я, на удивление, иду на первом месте, в принципе, как я и хотел. Зайти в каточку, сыграть, получить эти заветные 3 звезды, чтобы у меня была ровно половина звезд набита. Чтобы можно было с уверенностью сказать, что если бы у меня был бы бустер, я бы набил бы 700 звезд. 40 секунд. И, в принципе, по киллам меня уже, наверное, никто не сможет обогнать. Ну, давайте еще один килл, как минимум, я сделаю. Даже может быть 2 еще, да? Еще 2. 41, неплохо. За 9 минут. Что касаемо, ребят, именно вот таки, что я хотел еще сказать. Именно таки каток, то что битвы у нас сделали теперь по 9 минут. Возможно, в какой-то мере это стало лучше для тех игроков, которые играют именно таки полные битвы. Но я именно такой прям жесткой разницы не ощутил, что 9 минут, что 10, так как почти все бои мы заканчиваем досрочно. И было, конечно, были такие, конечно, моменты, когда не удавалось закончить досрочно, но все равно по большей части все бои у нас были досрочно завершены. Что касаемо именно таки фарма кристаллов, то безусловно очень таки жесткий фарм кристаллов у нас получился на этой неделе относительно того, сколько я в принципе набивал кристаллов в последнее время, то данное количество очень таки хорошее, где-то, чтобы не соврать, где-то 300 тысяч кристаллов я с премкой поднял, поэтому для меня это очень таки хорошие цифры. Ну и давайте перейдем уже к открытию контейнеров. Откроем сегодня эти заветные 15 штучек. У меня имеется 41 контейнер. Откроем 15, именно 15, которые я заработал с этой охоты. И посмотрим, что нам жесткое сегодня выпадет. Первый контейнер 125 двойной защиты. Второй контейнер 125 мин. Третий контейнер 3500 кристаллов. Одно белое свечение пока у нас. Опа, 100 всех припасов, неплохо. Четвертый контейнер уже дает зеленое свечение. 10 тысяч кристаллов. Пятый контейнер, неплохо. Пойдет, еще 100 всех припасов. Зеленые свечения пошли, может что-то получше будет. Нет, получше пока не дает. 125 двойной защиты, 125 ускорений. Так, и мы уже открыли. Опа-на, фиолетовая. Фиолетовая, фиолетовая, фиолетовая. Краска вечерний закат, нифига себе. Что это за опасная нагибаторская красочка? Давайте посмотрим. Не сказал бы, что она прям жестко аппетитная. Ну, такая себе. Такая себе красочка. Кому-то может понравиться.
Мне особо, конечно, нет. Это нам с 9-го контейнера падает фиолетовое свечение. Неплохо, неплохо. 10-й контейнер. Опа, кристаллики. 25 тысяч, неплохо. Вот это уже вообще отлично. Лучше бы мне, конечно, вместо фиолетового бы кристалла бы упали. Было бы намного аппетитнее и круче. 125 двойной защиты. Опа. Краска Египет. Блин, везде на всех аккаунтах падает одна и та же краска. Почему не падает что-то интересное? Почему падает именно эта краска Египет, а? Что-нибудь хорошее может упасть. Ладно, идем дальше. Осталось у нас, если не ошибаюсь, сколько у нас осталось? Осталось 4 контейнера. Откроем четверочку. Даже 3, но откроем 4, ладно. 125 ускорений. 125 ремки. Ну и 2 контейнера. 125 мин и последний. 125 двойного урона. Ну, в принципе, что бы хотел сказать. Выпало в сумме у нас, получается, 35 тысяч кристаллов, две краски. Не сказал бы, что они прям нагибаторские. Ну ладно, какие бы они ни были, они все равно выпали. Потому что многие жалуются, что краски не падают, ничего не падает. И что касаемо зеленых свечений, то зеленых свечений из 15 контейнеров тоже было довольно-таки много. Поэтому тоже очень-таки хорошо, что именно так все у нас заканчивается. Ну а на этом мы будем заканчивать данный ролик. Если вам понравился, то обязательно, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, которые у нас будут выходить в скором времени намного-таки чаще. А то у нас был такой вот небольшой промежуток, когда я ничего не заливал, ничего не записывал. Сейчас постараюсь исправиться, постараюсь побольше всякого интересного попилить. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока.